вас приветствует информационная служба телеканала «Звезда». В студии работает Юлия Рубцова, и сегодня в эфире. Принять меры по защите внутреннего рынка, не навредив партнерским отношениям с другими государствами. Это главное требование президента к предприятиям кожевенной отрасли Беларуси, положение дел в которой и перспективы развития детально рассмотрели в Гатово. Год народного единства в Беларуси продолжает объединять белорусский народ в добрых помыслах и благих действиях. Под эгидой БРСМ в стране развернулась благотворительная акция восстановления святынь Беларуси. Восстановление имен погибших, их боевого пути, поиск родственников, тех, кто проливал кровь за мир, спокойствие и такую долгожданную победу. Таковы планы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной на будущую пятилетку. На данный момент на стелах мемориального комплекса увековечена память 106 жертв фашизма. Эта работа продолжается. Первая в Республике Беларусь сетевая магистратура «Ядерная безопасность» появится в 2022 году. Далее обо всем подробно. Принять меры по защите внутреннего рынка, не навредив партнерским отношениям с другими государствами – это главное требование президента к предприятиям кожевенной отрасли Беларуси, положение дел в которой и перспективы развития детально рассмотрели в Гатово. Минское производственное кожевенное объединение посетил Александр Лукашенко. Проблемных вопросов здесь накопилось немало, начиная от задолженности перед мясокомбинатами за поставленное сырье, которое достигло 9 миллионов белорусских рублей, до простоя площадей незадействованных в производстве. Сегодня из 27 гектаров в работе лишь половина. Поручение об их вовлечении в хозяйственный оборот от главы государства прозвучало еще в 2014-м при прошлом посещении предприятия. Однако сегодня ответственные так и не пришли к единому верному мнению. Все эти вопросы поднимались во время оперативного совещания, которое глава государства провел прямо на производстве. Предложение о приватизации даже не рассматривается. Государство готово подставить плечо, чтобы закрыть долги. Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Почему? Объясняю. Это стратегическая отрасль нашей страны. Отвечаю, почему. У нас марка, Белгест и много других, 78 предприятий, которые, обладая компетенцией, обувают, одевают людей, ремешки для часов делают, ремни делают, поясные и прочее. Вы понимаете? Это огромная махина. Поэтому это стратегическое направление. И мы должны уделять ему соответствующее внимание. 78 потребителей. Это, слушайте, сотни тысяч людей работают и еще больше в 4 раза семей. Это же наши люди. Поэтому нет необходимости сегодня приватизировать. Тем более отдавать в одни руки это предприятие. Пришло время делать конкретные шаги для развития всей отрасли. Здесь отмечается высокий импорт, поэтому в приоритете защита внутреннего рынка. И в этом вопросе готовиться нужно к серьезной конкуренции. Наращивая потребление отечественной продукции, важно учесть интересы государств-партнеров. Производителям сделать ставку на повышение качества продукта. И здесь нужно учесть требования потребителей. С диалогом затягивать не нужно. Президент предложил создать в кожевенной отрасли корпорацию, которая объединит мясокомбинаты, поставщиков, переработчиков и потребителей. Так, по мнению президента, может быть выработана единая политика по развитию кожевенной отрасли, чтобы уменьшить объемы импорта. По итогам совещания приняты конкретные решения. По традиции глава государства встретился с коллективом предприятия, говорили не только о перспективах отрасли, поднимались вопросы вакцинирования, пенсионной реформы. К слову, здесь никаких изменений, в том числе касающихся повышения пенсионного возраста, пока не планируется. И в целом президент нацелил коллектив на укрепление позиции своего производства на мировом рынке. Крепкая экономика – это залог повышения благосостояния человека. Именно люди всегда были и остаются ориентиром развития государства. На это обращал внимание Александр Лукашенко и во время своего выступления на 6-м Всебелорусском народном собрании. Именно поэтому одно из приоритетных направлений для Беларуси на будущую пятилетку станет продвижение регионов. Это включено в резолюцию Всебелорусского народного собрания. Стоит задача обеспечить
равномерное развитие территории, чтобы не было разрыва в уровне и качестве жизни людей. К слову, опыт создания центров притяжения у страны уже есть. В 2019-м 11 городов и районов с населением от 80 тысяч человек и более были выбраны для реализации проекта по ускоренному развитию. В список вошел и Новополоцк. Для Нефтеграда, как и для всех остальных участников инициативы, разработали комплексный план ускоренного развития. Документ содержал 177 мероприятий по всем направлениям и сферам деятельности. Общий объем финансирования составил более 1 миллиона рублей. Работа по плану велась в течение 2 лет. Конечно же, не все мероприятия выполнены. 35 мероприятий находятся в стадии реализации. К 5 мероприятиям мы так и не смогли приступить, потому что не было источников финансирования. Но это не значит, что они не будут выполнены. Мы ставим себе цели дальше, и эти невыполненные мероприятия, они перешли в план развития города Новополоцка на 2021 год. Из реализованных проектов – модернизация цехов на ЛЛК «Нафтан», расширение линейки продукции на измерители, создание ряда межрайонных центров на базе горбольницы. В этом году в центре внимания в том числе «Нафтан», измерители, Новополоцкий БВК. Комплексный план ускоренного развития стал для городов-участников драйвером для дальнейшего роста, подстегнул к реализации новых проектов. Ведь цель документа одна – усилить экономический потенциал регионов, создать комфортные условия проживания. Как результат этого плана мы ставим себе выполнение ключевых показателей, таких как рост заработной платы на 106,6%, это доходная часть бюджета на уровне 109%, ну и выручка от реализации продуктов и услуг на одного среднеспичного работника с повышением на 21,7%. Год народного единства в Беларуси продолжает объединять белорусский народ в добрых помыслах и благих делах. Под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи в стране развернулась благотворительная межконфессиональная акция «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера». Восстановление храмов и родников, благоустройство памятников и обелисков воинской славы – вот чем займутся активисты волонтерского отряда «Доброе сердце». Проект будет реализован в 3 этапа: с 22 по 31 марта республиканский старт в Минске и регионе. Страны. С 1 апреля по 15 сентября пройдут районные и областные мероприятия. Финал акции запланирован на 21 сентября. Ожидается, что в рамках акции будет благоустроено свыше 8 десятков объектов по всей стране. Впервые акция состоялась в Беларуси в 2013-м. В 2016-м она стала межконфессиональной. Привести в порядок памятные места. Масштабная патриотическая акция по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны и накануне объединила неравнодушных белорусов. Акция «Память» нашла отклик в каждом регионе страны. Люди наводили порядок на мемориалах и памятниках, отдавали дань уважения тем, кто подарил нам возможность жить под мирным небом. Однако благоустройство – это лишь часть огромной работы по сохранению памяти о героях Великой Отечественной. В стране утверждена соответствующая госпрограмма до 2025 года. Акценты на восстановление имен погибших, их боевого пути, поиск родственников тех, кто проливал кровь за мир, спокойствие и такую долгожданную победу. Анна Ободова продолжит тему. В Беларуси работа по установлению данных о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны и поиску их родственников проводится системно, очень скрупулезно и с участием всех заинтересованных служб. Касается это всех регионов без исключения. В последние годы объектом пристального исследования стал стационарный лагерь для военнопленных и мирных жителей Шталаг-354 в микрорайоне Боровуха Новополоцка. В результате поисковых работ удалось восстановить свыше 100 имен его жертв. О своем герое войны узнают и родные. На данный момент на стелах мемориального комплекса увековечена память 106 жертв фашизма. Эта работа продолжается. Управлением по увековечению постоянно направляются в наш адрес списки для уточнения из тетради, которая была найдена год назад. И военный комиссариат активно работает, и мы уже готовы предоставить к увековечению очередные 150 фамилий жертв Великой Отечественной войны, которые погибли в шталаге 354.
До недавних пор о месте и времени гибели своего деда и прадеда ничего не знала семья Королёвых-Клочковых из России. Уроженцы деревни Варушка Рязанской области Константина Кулашкина в ряды Красной армии призвали в ноябре 1939-го. Но только сейчас семья рядового узнала, что умер он в шталаге 354, а не под Смоленском. Причем не в декабре 41-го, а в марте 1942-го. Плита с его именем была установлена на мемориальном комплексе «Звезда» в июле 2020-го. Преодолев 700 километров, сегодня в Боровуху приехали внучки и правнуки героя войны, чтобы отдать дань памяти. А теперь мы знаем, это непередаваемые чувства, очень волнительные. Спасибо, конечно, всем, кто участвовал в этой работе. Просто людям большой низкий поклон, огромное спасибо. Совсем недавно участники поискового отряда разведчики воинской славы Новопольска сделали еще одну находку. Были найдены воспоминания отряда «Боевой», который находился под Рассонами. Сюда были эвакуированы из шталага 354, в том числе врачи Беляев, Шадурский и Матюха. Есть все основания полагать, что кто-то из них вел тетрадь с фамилиями красноармейцев, найденную отрядом в 2019-м. В тетрадке на самом деле было много записей разным почерком. То есть один почерк такой, второй, где-то около, предположим, три почерка. Ну, так как было три врача, четыре, может быть. И будем выяснять, чей почерк относился к Шадурскому, Беляеву или Матюха. И Шадурская Светлана Константиновна, дочка, обещала нам какие-то документы найти и посмотреть почерк отца, сравнить с тетрадкой. Немалое место в работе по увековечению памяти о Великой Отечественной войне занимает поиск родственников погибших. В Новопольске налажена система взаимодействия с администрациями разных городов и даже стран. Запросы отправляются по адресам без остановки. Как только открываются новые сведения о погибших, сразу же направляются письма во все регионы. Это Российская Федерация. Сейчас мы плотно работаем с Украиной по поиску родственников погибших в шталаге 354. Мы не останавливаемся. Направлены письма в посольство Израиля, чтобы найти родственников. Анна Обудова, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». Первая в Республике Беларусь сетевая магистратура «Ядерная безопасность» появится в 2022 году. Это станет доступным во многом благодаря проекту «Радиум» по программе «Erasmus+», к которому подключилась в том числе кафедра физики Полоцкого госуниверситета. Проект для Беларуси уникален, предполагает обучение студентов на второй ступени высшего образования по специальности «Ядерная безопасность» не в одном, а в различных вузах Беларуси и за пределами страны. Учебные планы магистратуры соответствуют требованию рынка труда для быстро развивающегося в Беларуси атомной отрасли и ее инфраструктуры. Отличительная особенность вот этой магистратуры будет в том, что студенты будут обучаться в 6 белорусских вузах в различных семестрах. Это будет, естественно, Полоцкий государственный университет, также столичные вузы, это БГУ и БГУИР, и в вузах Полесья, то есть Полесский университет Пинска, Гомельский университет и Гродненский университет. Также планируются стажировки как преподавателей, так и магистрантов в европейских вузах-партнерах. Это Болонский университет в Италии, это университет политехнический в Валенсии, Испания, это университет Хассельт в Бельгии и высшая школа Манхейна в Германии. Ключевым партнером данного проекта стал Европейский Союз. В настоящее время Полоцкий вуз подписывает все необходимые для сотрудничества документы с 5 университетами страны, которые тоже будут задействованы в международном проекте. Далее проведение тендера с рядом белорусских предприятий с целью изготовления необходимого оборудования для практической отработки навыков. Планируется, что участниками уникального для Беларуси проекта станут 20 студентов из Полоцкого вуза и в целом более сотни человек по всей стране. На завершение информационного выпуска я напомню, что наши программы доступны на YouTube-канале нашей телерадиокомпании. А свежие новости можно узнать также в наших аккаунтах в социальных сетях. Берегите себя и до новых встреч в эфире телеканала «Звезда».